Вот. Отлично. Вот дети раскрасили фон. Мы только не трогаем медведя и полосу наверху северного сияния. А чтобы получился вот такой, ой, сейчас я найду, вот такой красивый пушистый мех, мы тыкали мех вот так щетинистой кисточкой, и получались пушинки. Вот тогда получаются вот такие вот пушистые мазки, похожи на мех, на шубку. Вот у всех получились такие мазки. Молодцы. Вот дети щетинистой кистью начинают делать пушистую шубку медведя. Вот здесь уже даже вся мордочка пушистая. Ух, какая красота закрашена. Туловище только шарфиком закрашиваем. Серединки ушек подтемняем, серединки ушек. Серединки ушек. Ну, у тебя очень светло, еще чуть-чуть темненького добавь. Вот у детей уже появился медведь, и мы раскрашиваем теперь шарфик. А вот здесь лапки, носик и глазки. Мы мех немножко, чтобы белый цвет мех не сливался, чтобы было видно отдельно лапки, отдельно ушки, отдельно глазки, мы добавили голубого цвета. Тихо, спокойно. Дети брызгают снег. Кладем снег на ветви елочки.